Я с удовольствием представляю моего близкого товарища, можно сказать, там, человека, который тоже болеет горами, который показал мне, что это такое, вот в понимании этого сути. Человек, который расскажет сегодня о понятии, как можно, можно ли вообще прожить без цели. Да, Андрей Баранович, поэтому он ваш. Спасибо. Коллеги, да, меня Роман попросил рассказать вам о вопросах цели постановок. Но начну немножко издалека, вот как раз с вопросом, наверное, можно ли жить без цели. И вот к этой картинке, как раз какое имеет отношение это отступление, расскажу. Я занимаюсь вопросами обучения довольно-таки давно, лет, наверное, уже 12. И я не знаю, зачем это делает Роман, честно говоря, то есть какая идея у него, зачем он занимается учебными проектами и тренингами. Я для себя достаточно давно понял, что когда ты кого-то учишь, ты сам понимаешь все намного глубже и сам открываешь себе новые вопросы, новые методики, которые ты там себе уже потом будешь применять. Ты видишь более широкий круг проблем и находишь пути их решения. И становишься, соответственно, более саморазвитым, развитым, как хотите. Это здесь уже вопрос ваших формулировок, тех ценностей, над которыми вы работаете. И один из тренингов, который я организовывал уже, наверное, лет 10 назад, 10 лет прошло с тех пор, как мы ходили на эту точку, это была идея провести тренинг по постановке целей и поиску ценностей человека, личных целей и личных ценностей. Но мне показалось скучным делать это, как обычно, на Москве или там, Петербурге или еще где-то. Мне показалось интересным, во-первых, пригласить действительно уникального тренера, а во-вторых, провести это в условиях Гималаев. Тренером у нас был господин Кузнецов Николай Николаевич, совершенно уникальная личность. Ну, как, я про него много рассказывать не хочу, у нас времени с вами, к сожалению, нету. Но это, например, человек, который ведет школу кадрового резерва РЖД. То есть это человек, который работает по вопросам стратегии со всем руководством РЖД. И вытащить его на этот тренинг Гималаи, собственно, мне удалось взять его на слабо. То есть по принципу Николаевича слабо провести тренинг в Гималаях. Вот ты в Москве там молодец, вот в Петербурге у тебя тоже хорошо получается, там и в других городах, он по всей стране ездит по РЖД, там, по всяким другим организациям. А вот слабо ли это сделать в Гималаях? Говорит, не слабо, и вот мы поехали. И выяснилось, что одно из очень важных условий работы с ценностями и целями человека самого – это действительно серьезная изоляция. То есть, когда вы работаете над своими ценностями и целями, и вам никто не мешает, а там правда никто не мешает, там нет русского языка, там нет связи, ну, точнее, она там есть, но она есть проблесками. То есть, пока ты где-то в прямой видимости базовой станции, связь есть, а потом едем. Там есть время, человек не может идти к своей цели в горах круглые сутки. То есть у нас обычный ходовой день был где-то, наверное, часов 5-6, а дальше мы были предоставлены сами себе и Николаевичу, и он над нами издевался изо всех сил. И да, там есть физические нагрузки, которые здорово прочищают мозг, и ты приходишь к вечеру к занятиям с такой вот действительно ясной головой, и в эту ясную голову приходят действительно уникальные мысли. А кто попал, собственно, на тренинг? На тренинг попали реально уникальная команда. То есть это люди-предприниматели, это люди-топ-менеджеры. Ну, как пример, это человек, который в то время работал, возглавлял отдел закупок ТНК. Это человек, который, там, другой человек, который занимается трубочист, профессиональный трубочист, прочищает магистральные трубопроводы в «Газпром», «Транснефть» и так далее. То есть действительно лидеры. Очень интересные люди и очень интересный тренер. К чему мы пришли? То есть первое, с чего мы начали, мы решили, что мы должны для себя понять, а что же для нас, для команды, означает вот, собственно, слово «успех» и что для каждого из нас является, будет являться успехом. И вот эти вот люди вместе с этим тренером сделали формулировку, которую я цитирую, это не я ее придумал, придумали мы ее тогда вместе, что успех – это состояние счастья, которое появляется в момент достижения значимых целей. И дальше мы немножко разошлись, то есть у нас 50 на 50 команда разделилась. Половина считала, что эти значимые цели должны быть признаны и другими людьми. То есть это некие значимые цели, которые общество считает значимыми.
Вторая половина считала, что нам на общество плевать. Главное, чтобы мы считали, что эти цели значимы. Мы их достигли и получили вот это вот состояние счастья. Но ключевое слово здесь было цель. Что люди вот в горах, в условиях вот этой вот проработки глубокой, себя, своих ценностей, пришли к выводу, что без цели невозможен успех и состояние счастья. То есть вот оба этих слова, они оказались вместе в одной фразе, и вот других мнений действительно не было. То есть реально все пришли к выводу, что это два понятия, которые идут вместе, успех и счастье, и они вместе идут с целью. То есть если цели нет, то, увы, скорее всего, будут шарахания, которые будут приводить к постоянному разочарованию, и в итоге ни успеха, ни счастья, скорее всего, полноценного не будет. Ну, это вот такое вступление. Что услышал? Да, вы меня не знаете, а я вас немножко знаю. Я на самом деле за вами подглядывал некоторое время. Роман дал мне видеозаписи, где вы работали над различными вашими проблемами. Поэтому в какой-то степени я с вами знаком. Ну, совсем немножко. Вы меня не знаете совсем, но может быть и хорошо. То есть какой-то свежий взгляд получится со стороны. Мало ли пришел кто-то там рассказывает чего. Цели, ценности, результаты. Давайте попробуем связать это в одну цепочку. Есть много исследований на тему, как связаны цели, ценности и результаты. Мне нравится модель, которую достаточно давно разработал психолог по фамилии Лок. Идея Лока – это то, что те результаты, которые мы получаем, они, естественно, это результаты неких действий, которые мы совершаем, а те действия, которые мы делаем, они это прямое следствие тех целей, которые мы перед собой ставим. А вот цели, которые мы ставим, они опираются на те ценности, которые у нас есть. Вот вы уже сами здесь говорили, я не помню, честно говоря, кто из вас это говорил, да, то есть что ценности, по сути, сформировались к 7 годам. А к 7 годам или там, к 10 годам у нас уже есть некий набор установок и ценностей, которые, скорее всего, в нашем возрасте уже не изменились. То есть это некий сформировавшийся костяк, который вы поменять не сможете. А поэтому получается, что мы вынуждены подгонять цели под ценности, а не наоборот. Вот то, что я, наверное, здесь сейчас буду вам крамольные вещи говорить, исходя из того, что вы уже обсуждали, да, то есть, но я не понимаю, как можно выработать ценности. Она у вас уже есть. То есть получается, что скорее нужно идти не от того, какие ценности вы вырабатываете и что вы с ними делаете, а как вы приводите в соответствие те цели, которые вы ставите в команде, с теми ценностями, которые у вас уже есть. Причем ценностями, я бы даже сказал, не команды в целом, а ценностями каждого человека, который в команде есть. Потому что они действительно ваши уникальные. У каждого человека есть свой набор. И есть еще одна очень неприятная вещь, которую мы ярко увидели в Гималаях, это то, что когда мы начинаем обсуждать ценности, просто вот у кого какие, да, мы приходим к моменту, что многие люди не готовы вслух сказать свои ценности. И говорят общепризнанные ценности, то есть то, что считается в обществе ценностью. То есть не его личное, вот действительно то, что он получил в наследство от воспитания родителей, там генетически, наверное, что-то получил, то есть вот где-то что-то он в себя впитал, и это сформировалось, а именно то, что считается ценностью в обществе. А когда мы идем таким путем, мы можем нарваться на неприятное следствие. Следствие в том, что когда мы свою ценность не назвали, а цель ставим в соответствии с общественно значимыми ценностями, то у нас не будет мотивации для реализации этих целей, потому что ценность была не наша. Понятно, да, идея? Это значит, что по-хорошему, я не прошу вас вернуться назад, да, то есть переделать то, что вы делали, то есть я как раз предлагаю вам посмотреть на то, что вы сделали немножко под другим углом, и когда вы будете работать с целями, принимать во внимание не только те ценности, которые вы выработали как команда, но и те ценности, которые есть у вас как у личности, то есть у тех людей, которые входят в эту замечательную команду. Так, цели, результаты, ценности. Как пример цепочки, как это может работать, я так понял, что вы тут с бегом все, так в большинстве своем увлечены, да? Ну, во всяком случае, у меня складывается ощущение, что это одна из идей, которые в команде придерживаются, что бегать это, наверное, здорово. Я тоже иногда бегаю. Вот как результат, который я для себя считаю хорошим с точки зрения там, бега, это пробежать там, метров 30.
То есть сейчас я могу пробежать 20-25 километров, 30 пробежать не могу, сдох. А для того, чтобы достичь этого результата, там 25 километров, я бегаю регулярно. Потому что я понимаю, что если я не буду совершать вот этих действий, то есть регулярно выходить на дорожку и бежать, то вот этот результат, который я считаю значимым, достигнуть не буду. Но является ли целью этот результат? Вот цель пробежать 30 километров, или это не цель, или это просто результат? Для меня это не цель. Та цель, которую я преследую, выходя на беговую дорожку, это не пробежать 25 километров или 30 километров. Мне это на самом деле абсолютно неинтересно и не важно. Для меня цель – это иметь такую физическую форму, которая не будет меня сдерживать ни в каких моих идеях и проявлениях. Вот мне захотелось полезть в горы, да? То есть я иду в горы, и меня ничего не тормозит. То есть я иду туда, куда я хочу. Вот для этого мне нужна та физическая форма, которая необходима для всех моих дурацких идей. А бег – это уже действие, которое вытекает из этой цели. И тот результат, который я имею, сейчас вот там пробежать там 25 километров, это просто побочный результат, который появился при движении к той цели, которую я перед собой ставил. А возвращаясь к ценности, если при этом у меня была бы привита ценность, что ценность – комфорт, благополучие, фиг бы у меня получилось куда-то там убежать. Скорее всего, я ставил бы себе эту цель. Я, наверное, иногда бы выходил на беговую дорожку, но как вот, да, то есть нет ничего проще, чем бросить курить, как говорит Марксон. Да? То есть я проделал это 1000 раз. Мы говорим, что надо бегать по утрам. Я выхожу там в понедельник, пробежал, во вторник что-то как-то уже не бежится. Что-то я вчера как-то, видимо, тяжело побегал и уже и так потихонечку все сходит на них. Понятно, да? То есть если ценность, которая лежит в основе всего этого, противоречит той цели, которую я формулирую, и тем действиям, которые я считаю надо делать для того, чтобы достичь этой цели, работать не будет. Будет внутренний саботаж, который будет мешать двигаться к цели. Поэтому у нас с вами, к сожалению, 15 минут осталось. Я буду вынужден от вас убежать. Поэтому я на часы просто посматриваю, не потому что мне с вами скучно. Надеюсь, что вам со мной тоже не очень скучно. Поэтому я предлагаю вам поработать над выявлением цели отдельно дома. И потом постараться эти цели привести в соответствие, не цели, да, ваши цели привести в соответствие с ценностями, которые вы для себя откроете. Как я предлагаю вам выявить эти самые ценности? Это действительно мы сами себе врем. Вот как сделать так, чтобы не врать себе и понять, где же вот эти ценности? Одна из методик, которая мне понравилась и которая действительно работала, она работала у меня, она работала у других людей, то есть я вижу, что это то, что может привести к результату, это методика, основанная на так называемых главных событиях дня. То есть вы заводите себе небольшую привычку в течение какого-то периода времени, неделя, месяц там, и так далее, записывать каждый день главное событие дня. Оно может быть достаточно скучным. Там, ничего интересного, кроме как сходил пообедать, сегодня не случилось. Или там, вышло на пробежку наконец-то, да, то есть получилось, вот оно главное событие дня. Они могут быть действительно очень скучными. Поэтому желательно, чтобы вы периоды выбирали вот для вот этого анализа достаточно разнообразные. То есть это обычный рабочий день, это выходной день, это ваш отпуск, это командировка. То есть вот какие-то разные обстоятельства, где у вас будут разные события. Потому что чем больше разных событий, тем глубже вы себя проработаете. Итак, фиксируем главные события дня. И потом думаем, от чего это вы вдруг решили, что именно это событие главное. То есть на основании каких ценностей вы решили, что это событие главное. Здесь уже вот как раз полезут именно ваши личные вещи, а не то, что считает общество. Например, у человека случилось колоссальное событие. Он приобрел новый шкаф себе в квартиру. И начинаем думать, а собственно, почему же вдруг я решил, что оно главное, и чем оно мне такое главное. Это может быть выражение некой эстетики, что была старая рухлядь, я ее выкинул, у меня теперь красивый шкаф. Красиво, это моя ценность. Или мне стало проще наводить порядок. Порядок – это моя ценность, то есть все должно лежать по полочкам. Или у меня теперь более комфортное жилище, комфорт – моя ценность и так далее. Или это моя самореализация. Я сам спроектировал этот шкаф, я сам придумал, как он выглядит, вот оно мое достижение, это тот проект, который реализовал я. То есть событие одно, но у каждого человека своя личная трактовка с точки зрения тех ценностей, которые он к нему привязал. То есть событие – это крючочек, который позволяет нам выдернуть ту ценность, которая где-то глубоко сидит. И так мы работаем достаточно долго.
потому что, ну, потому что должен быть некий набор того, чего вы из себя вытащили. И потом, когда вы набрали там полтора десятка разных ценностей, вы их расставите по приоритетам. Может быть, потому как они часто встречаются в вашей работе, то есть насколько часто они у вас всплывают. Может быть, по какому-то другому критерию придумайте сами. То есть из 15 ценностей, которые вы отловили, вы выберете 5-6, которые вы действительно считаете самыми важными из всего того набора, который вы выковырили. Понятно, да? 5-6, здесь я соглашусь с предыдущим оратором, что 8 ценностей многовато. Привести ваши цели в соответствие с 8 пунктами реально трудно. С 3, 4, 5 вполне реально. Понятно? Идея. Я бы с вами что-нибудь и попрактиковал, но, к сожалению, мы просто реально просто не успели. Поэтому я следующее, что хочу вам рассказать, это дальше, как превратить эту историю в цель. То есть вот как надо поработать с целью для того, чтобы повысить вероятность ее состыковки с вашими ценностями. Так, я тут заснул. Я заснул компьютер. Ее надо уменьшить. Она получилась очень-очень большой. Мне очень нравится, есть много моделей целей постановок. Вы наверняка знакомы с моделью SMART там, и там, еще какими-то вариантами. Мне нравится модель, которую называют мишень цели. Нет, ее набор завалил, так ничего. Как еще смешнее? Вот. Ну, в принципе, так тоже прикольно. О, красота. Вот. Итак, эту модель называют мишень цели. И у этой мишени 5 сегментов, она, ну, видите, да, похожа на мишень. Результат, чего хотим получить, то есть это некая формулировка того, к чему мы должны прийти, к результату. Смысл – зачем? Вот на этой стадии, где зачем, мы пытаемся доковыряться до смысла нашей работы и до сопряжения этой цели с ценностями. То есть когда мы анализируем, зачем мы это делаем, мы как раз и думаем, где пересечение с теми ценностями, которые у нас есть, нашими личными ценностями. Следующий сегмент очень важен, это сегмент заказчик или стейкхолдер, как говорят у иностранцев, да, стейкхолдер, то есть те люди, чьи интересы затрагивают реализация цели. Здесь вы тоже думаете, вот когда вы что-то делаете, где эта цель затрагивает вас лично и как. После этого формулируются критерии, которые вы применяете для того, чтобы понять, достигнута цель или не достигнута. Ну, давайте возьмем такой пример. Покупка недвижимости. То есть у нас результат – это приобретенный объект недвижимости. Смысл, для чего это делается? Вариантов ответов может быть целая куча. Это может быть покупка недвижимости для того, чтобы в ней жить. Это может быть инвестиционная сделка. Я покупаю объект для того, чтобы продать его дороже там, через 5 лет. Идем дальше. Заказчик для кого? Это может быть клиент, инвестор, который просит подобрать объект. Это может быть для себя. Я покупаю объект для того, чтобы в нем жить. Это может быть мой ребенок. Я покупаю объект недвижимости, чтобы там жил ребенок. Критерии. Что такое я достиг цели? Это я купил объект, он в моей собственности, или я еще выплачивал ипотеку. То есть это достигнута цель, пока я не выплатил ипотеку, не достигнута. Я сам решаю. Это какие критерии конкретного объекта, то есть удаленность от центра города, это материалы, из которого это все построено, что это квартира, дом там и так далее. Некие критерии, как вы считаете, что цель достигнута. И дальше возникает вопрос, что когда вы определяете стейкхолдеров, каждый стейкхолдер будет вносить свои коррективы в критерии и в то, как выглядит цель. Если вы хотите совместить вместе, что вы покупаете и инвестиционную недвижимость, и недвижимость для ребенка, вы должны учесть интересы и свои, и инвестиционную привлекательность, и интересы ребенка, который будет жить в этом объекте. То есть будет ли ему комфортен тот район, будет ли ему комфортен тот объект, который вы покупаете и так далее. И как только вы поняли, что для него будут какие-то свои критерии, вы их включаете в те критерии цели, которые вы дальше формулируете. И так вы делаете с каждым заказчиком, с каждым стейкхолдером. И вы, да, стейкхолдер. То есть когда вы как команда ставите себе цель что-то сделать в вашей работе,
вы думаете, а что эта цель даст каждому из вас, то есть что даст реализация этой цели каждому из вас, и вот это, что оно даст каждому из вас, сопрягается ли с теми ценностями, которые вы у себя раскопали, когда анализировали их там через главные события дня или как еще вам нравится. Сформулировали, у вас получилась одна сформулированная цель, учитывающая всех стейкхолдеров. После этого ваши привычные шаги. Декомпозиция цели на кусочки, раздать ее каждому участнику процесса в соответствии с его интересами и выполнение того плана, который вы создали и сформулировали. Понятная модель? Понятная модель. Она, время – это последняя точка. То есть, когда вы поняли, как это все выглядит, вы ставите сроки, то есть тот момент, когда вы решили завершить работу над этой целью. То есть месяц, год и так далее. То есть вы четко формулируете, когда вы должны прийти в ту точку, которую вы для себя обозначили. Так, ну у нас с вами 5 минут, я не знаю, что с ними сделать лучше всего. Вернусь, наверное, к Эвересту, который у нас был до этого. Это картинка, которую Роман видел своими глазами. Он вам рассказывал, я знаю, о том, как он с чудовищным трудом поднимался на Калапатар. Это там, это тот самый Калапатар. Точнее, вид с Калапатара на гору Эверест. И почему я еще раз хочу его, наверное, показать, это потому, что... Нет, самый последний ровно. В принципе, когда человек ставит перед собой цель подняться на Эверест, эта цель может оказаться гораздо более простой целью для ее достижения, нежели многие вещи, которые мы формулируем здесь для себя. Там, вырастить здорового ребенка, достичь какого-то успеха в бизнесе. То есть эти цели могут оказаться намного сложнее, чем цель достигнуть вершины Эвереста. Вы же фильм видели про Эвереста, да? То есть наверняка показывают там всякую по телевидению. Вроде бы трудно, да, то есть там и люди погибают. Но реально эта цель может быть намного проще, чем многие цели, которые вы ставите перед собой. Почему? Она зависит только от тебя. Она зависит только от тебя. Нет тех людей, которые вокруг тебя. Но здесь и правда, и неправда. То есть вы идете на Эверест всегда командой. Крайне мало людей смогли зайти на эту гору в одиночку. Все-таки команда. Но это команда, которая устремлена к одной цели. Нет балласта, который тянет назад. Вот в этом смысле правда. То есть вы идете вместе, вы идете в одну сторону, и вам не мешают другие люди. То есть вы все двигаетесь к одной цели. А нет других интересов, которые растаскивают команду в разные стороны. Что еще? Она не долгосрочная. То есть срок... Она долгосрочная. Эверест – это цель года на два. То есть относительно долгосрочная цель. Имеется в виду, если ты когда-то поднялся, он уже пришел, да. Собственно, а в этом смысле, да. Чтобы это пару месяцев. Но в принципе эта цель долгосрочная. То есть это порядка 2 лет подготовки для того, чтобы зайти на вершину. Цель видна. Вы видите конечный результат. Вы точно знаете, где он находится. Вот он. Вот его видно. И это позволяет вам не сбиться с пути на всем маршруте. То есть вы всегда знаете, в какой точке от старта и до финиша вы находитесь. То есть нет такого, что цель размыта. А, к сожалению, когда мы говорим про наши цели, которые мы формулируем в бизнесе, в жизни, цель чаще всего размыта. То есть мы не знаем конечной точки. Мы даже плохо понимаем, как оно выглядит. Здесь все четко. Поэтому, если мы хотим, чтобы... мы дошли и в наших целях, надо максимально конкретизировать цель, максимально ее увидеть и отслеживать прогресс, чтобы вы всегда знали, в какой точке маршрута вы находитесь. Вот мишень цели здесь действительно серьезно помогает. И Роман не даст соврать. Вот начиная вот с языка ледника Кумбу, там нет ни одного кабака. И кинотеатров нету. Там как-то вообще ничего больше нету. Кроме льда, скал, палаток и кучки отмороженных людей. Вы не отвлекаетесь. Вы идете к той цели, которую перед собой поставили. И здесь очень ярко виден тот принцип, который на самом деле в жизни присутствует, но вы его замечаете не так ярко, как на Эвересте. Вы идете или вверх, или вниз. Вы не можете остановиться и подождать, потому что вы просто умрете. Вот вы идете или вверх,
или вниз. То есть вы не можете тормозить. Вот в жизни на самом деле все так же. То есть вы или развиваетесь и идете вперед, идете вверх, или вы откатываетесь назад. Если вы остановились, вот как я слышал, вы говорили про пиво, когда вы увидели человека, там про другой напиток, не воду. И вас обеспокоило, что вот человек остановился в развитии, и это страшно. Это действительно страшно, потому что вы идете или вперед, или вы откатываетесь. Человек на самом деле не остановился, он катится. Он катится со склона, он катится назад, и это действительно страшно. Вы должны понимать, что вы или двигаетесь вперед и вверх, или вы катитесь вниз. Остановился, просто не замечаешь, как катишься вниз. На Эвересте это видно очень-очень хорошо. Ну, наверное, это то, на чем я хотел закончить. К сожалению, время у нас, у меня, к сожалению, времени больше с вами поработать нет. Но на несколько вопросов, конечно же, готов ответить. Все, вопрос? Вопрос немножко не по тренингу, а что же вам лично дало восхождение на Эверест? Как так много людей об этом говорят, думают, понимают, что это очень сложно. Я не восходил на Эверест, я ходил, максимальная точка, на которой я был, у меня, кстати, есть фотки этого же места, но совсем с другого ракурса, сверху. Сверху? Максимальная точка, куда я забирался, это 6500 метров, это физически реально тяжело. Описать это словами невозможно, то есть это некое нереальное абсолютно чувство эйфории, когда ты доходишь до вершины, и во многом это те красоты, которые ты видишь, и то чувство, что ты да смог это сделать. То есть это и то, что ты видишь, и это действительно не описать. И это то чувство, что да, я могу это сделать. И для меня горы — это не цель как таковая, вот мне надо там как можно выше забраться. Это в том числе и некий экзамен. А как я провел последние там 6-7 месяцев? То есть насколько я был собран, насколько я следил за своим здоровьем, насколько я выполнял те цели, которые ставил перед собой. А гора — это будет экзамен. Я, если все делал правильно, у меня не будет проблем оказаться на вершине. Если я себя вел как-то не очень хорошо, то проблемы будут. Горы очень четко все проявляют. Кстати, еще один очень интересный момент, который в сознании меняют горы. Представьте себе, что вы стоите у подножья горы, но не в экстремальном варианте, а вы стоите еще относительно внизу. Перед вами гора высотой километр. Это 3 100-этажных дома. И вы туда зайдете, ну, вам гид говорит, что вот мы сегодня должны быть там. Ощущение, что сделать нельзя. Это просто невозможно. Это просто какая-то нереальная абсолютно гора, она гигантская. Я вот только-только поднялся на 100 метров, чуть не сдох, а тут километр, и мы должны это за сегодняшний день преодолеть. И это вслух, естественно, не говорится, то есть это все думают, но никто не говорит. А потом мы начинаем делать шаги. То есть мы выходим на тропу и начинаем делать шаги. 1, 2, 100, 1000. А на середине ты вдруг понимаешь, блин, это середина, а я вроде еще не сдох. И наверху ты понимаешь, что мало того, что не сдох, это оказалось гораздо проще, кардинально проще, чем это казалось внизу. Подняться с высоты 3 до высоты 4 можно за 2 часа. Когда ты стоишь внизу, кажется невозможным. Вот горы учат, что да, цель может казаться невозможной, но надо начать делать маленькие шаги и отслеживать свой прогресс. Очень быстро поймешь, что маленькие шаги здорово продвигают тебя к цели. Главное – не останавливаться. Пусть они будут очень маленькие, но главное – не стоять. То есть, когда ты двигаешься вперед, ты к цели приближаешься и даже не замечаешь, как быстро. Андрей, еще можно один вопрос? Скажите, пожалуйста, вы в самом начале сказали, что вы развиваетесь, что вы вникаете, как для обучения людей. Правильно? А скажите, вот, вы развиваетесь в каких направлениях? Я разделюсь вообще, как развились? Мы сейчас с вами уйдем в некую философскую дискуссию на тему развития вообще. Потому что, ну что такое развитие? Да? То есть вот вы пошли учить кхмерский язык. Наверное, вы развиваетесь, у вас появляются новые возможности. Там, вы можете общаться с кхмерами. Но соответствует ли это тем целям, которые вы ставите перед собой? Вот, когда те вещи, которые я делаю,
меня развивают направление тех целей, которые перед собой ставлю, да, конечно. И я то, что я с вами делаю, это тоже часть того пути, куда я иду. Вот, например, когда-то давно, то есть вот с чего вообще началась моя история с учебными проектами. Я оказался на сцене, и это было ужасно. Это была катастрофа, просто ужасно, реально ужасно. Я понял, что да, надо научиться выходить на сцену, надо научиться говорить с аудиторией, в которой больше, чем два человека. И можно было бы, конечно, это сделать на каком-то тренинге, но мой опыт тренинговых всяких процессов мне подсказывал, что это очень медленно и, скорее всего, с низким КПД. То есть это будет долго, нудно и не факт, что я приду туда, куда я хочу. И я пошел с другим путем. Я создал учебный центр. И я начал говорить с людьми о том, о чем я знаю. О тех вещах, которые я знаю. Это личные финансы, это те вещи, которые касаются ценных бумаг и так далее. И это помогло мне в течение крайне короткого срока начать уже спокойно чувствовать себя, комфортно чувствовать себя в разговоре с большим количеством людей. Вот это как пример, то, что говорит, как я могу получить то, что я хочу, общаясь с другими людьми. Ну как, рекорд у меня это выступление на аудитории где-то тысячи, наверное, две людей. И я в тот момент уже понял, что мне уже все равно, сколько в зале человек. Один, пять, тысяча. Немножко разные технологии, но это меня не убивает с точки зрения моего ощущения. Это не вызывает у меня колоссального стресса. Я не потею, не теряю сознание от яркого света. То есть ничего со мной не происходит. Последний вопрос. Спасибо вам. Я, кстати, дико удивлен вашему проекту. Я много видел тренинговых проектов, но чтобы вы занимались с октября до сейчас, продолжаете заниматься дальше целями и ценностями, это респект. Спасибо большое.